Всем привет, мы тут одни остались, Данечка убежал в садик. Сегодня эксперимент, я дала наконец-то Вике ложку в руки. Она все время хочет есть своими руками. Я просто заменяла все на игрушки, кормила ее, она в это время играла. И вот сегодня все-таки она настояла, игрушки в стороне. Она пытается есть сама. Описать степень моего раздражения вообще трудно. Да. Ну ладно, лицо, руки, все в масле. Что она ест, да? Положи в ротик. Она ест омлет с гречкой. Спасибо, Викуся, кушай. Омлет с гречкой, помидорами, куриным рулетом. Довольно взрослая еда. Обычно она ест кашку. Но сейчас я не успела даже растворить кашку, но успела приготовить большой омлет на всех. На всех это на меня, на Тёму, на Вику. Папа и Даня ушли. Не-не-не-не-не, в ротик. Нет, это игрушки, мы не будем их пачкать. Но сказать, что тут все уже упало, разлилось еще до начала завтрака. Туда вставать нельзя, все липкое. Платье все в помидорке черри, которую она кушала, пока я готовила завтрак. Что еще? Ну вот, собственно, был у нее чай, который она вылила благополучно. Все быстро как-то засыхает. Был у нее снежок, но она его сегодня что-то не захотела. Да, взрослеем. Итак, значит, у нас прошла следующая ночь грудного вскармливания. Господи боже, я не помню какая, но это не проблема, я посмотрю по видео. Вчера я тоже записывала, поэтому ничего не пропустили. Значит, как прошла наша ночь? Сегодня мы спали очень плохо, но не плакали сильно. Ну, скажем так, не истерили, не кричали, а плакали. Потому что у нас еще атопический дерматит, и я забыла капнуть вчера зодок. И девочка все себе расчесывала, да, покажи. Хотя вчера вроде аллергенов особо не было. Вот там у нас все расчесано. Среди ночи можно было дать, конечно, капельки, но очень не хотелось вставать. И было непонятно, еще больше я ее разбужу. Или ее успокоит. И через сколько времени работают эти капельки, я еще не знаю, потому что я не так близка с атопическим дерматитом. Итак, грудь перед сном я не дала. Как я ее не дала? Все ложились спать, Данечка уже лежал, Вика полезла на... Ой-о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 й, не переворачивай. На ступеньку балкона. У нас очень большая ступенька балкона. И в тот момент, когда я к ней повернулась и сказала аккуратнее, она сделала шаг вперед и грохнулась. Крови, переломов нету. Ну, орала она вообще истошно. И это было 10 с небольшим вечера. Вот. Поэтому под эти крики она устала. Минуты 3 поревела. Данечка закрыл свои ушки. И, значит, да, я не улыбаюсь, извините. И лег спать окончательно, отвернулся от нас. Я села на кровать с целью ее успокоить. А она уже взяла и легла мне вот сюда на ножку. И вдруг затихла. И я думаю, что мне делать? Свет в прихожей горит, дверь к нам приоткрыта, еще светло. Обычно мы в темноте засыпаем. Мы сидим на краю кровати, она лежит на животе, и голова здесь. Что делать? Я замерла и сижу. Потом думаю, подвину ее, она молчит. Я ее пододвинула. Она зашевелилась, решила заплакать. Я схватила ее и вот так вот легла с ней. Вот сюда вот она у меня легла. Да, кого-то ты там увидела. Увидела кого-то. И так я не могу сказать, что она уснула. Уснула я. Через какое-то время зашевелился Даня. Я проснулась, сделала ему замечание. Он что-то говорил и ковырялся там в кровати почему-то. Ну, в общем, я на него прикрикнула. Он тут же все понял и замолчал, уснул. В это время старший пошел мыть посуду. Обязательно надо это делать в 22:30, когда у детишек отбой. Что ты мне пытаешься показать так? Что ты мне так пытаешься показать? Как вкусно! Ты все съела, добавку может тебе дать. На, пока печеньку кушай. Вот. Значит, пошла, наругалась на старшего, и Вика уже не проснулась. Ни когда я на Даню наругалась, ни когда на Тёму. То есть Вика вот тут вот у меня крепко-крепко уснула, упала ложечка. Крепко уснула, про сиську не вспомнила. Вот. Значит, я ее не перекладывала от себя, я легла с другого края кровати. Не вспомнила. А вот ночью-то она хныкала, потому что она чесалась. Да?
чесалась. И обычно в такие моменты, когда мы чешемся, сразу же она прилипала к сиське, поэтому она рылась, когда головой бодается в мою сторону, это я называю рылась. И она очень-очень хотела добиться своего. Я, значит, решила ее все игнорировать полностью, погладила по головке, делала вид, что сплю. Вот, она затихала, но просыпалась она так очень часто, вот часов с трех, наверное, часов с трех. Смотрю на Вику, смотрю на часы, пытаюсь сосредоточиться. Мне кажется, часов до пяти мы вообще не спали, а вот так вот и мы и крутились, да? Крутились, да. Вот этому человечку год и два месяца. Таким образом, если я не ошибаюсь, четвертая ночь прошла. Пока что я не поняла, как укладывать без слез и без сиськи. Да, значит, вот эти две бутылочки у меня были поставлены на кровати, и ночью я пыталась ей дать. Нет, ее это раздражает. Ей не надо бутылочки ночью. Дальше в 7 утра проснулся Даня, проснулась Вика. Вика взяла бутылочку с чаем, выбрала сама с чаем, хотя я думала, что она голодная, должна выбрать снежок. Она выбрала свой ромашковый чай, попила очень немного, слезла с кровати ко мне, не подползла, не подошла, с добрым утром не сказала, в щечку не поцеловала. И пошла такая искать уже папу и Даню в другую комнату. Вика молодец. Ну что, наверное, я пятую, шестую еще ночь сниму, и, наверное, я думаю, что мы завязали сиськами. Да, что я хочу сказать, грудь вчера болела сильно, третий-четвертый день, да, болела сильно, и к вечеру перестала болеть, но она такая ненормальная еще, большая какая-то. В общем, я считаю, что лактация не завершилась, а отлучение завершилось от груди. Да, Вика? Теперь уже, наверное, больше проблема с грудью, чем с Викой. Да? В общем, отучаемся от груди, отучаемся. Назад пути нет, гинеколог сказала не давать. Все, не может сидеть девочка, когда поела, ей надо срочно вылезти. Помаши мне, помаши, скажи пока. Не хочет, говорит. Скажешь пока? Помаши пока. Не хочет, ладно. Всем пока, продолжение следует.